И снова я рад приветствовать всех, кто любит играть в версии 4. Вновь сообщество Union of Racing Champions приготовило к вашему вниманию обзор очередного этапа виртуального чемпионата по классическому ралли. Скользкий гравий, сложный рельеф, крутые серпантины и кактусы агавы, растущие у обочины дорог – это основные ассоциации у раллийных гонщиков, связанные с этапом в Мексике. Что ж, добро пожаловать, и совсем скоро мы увидим, какими достижениями для пилотов закончится проезд 12 спецучастков общей протяженностью 45 километров 566 метров. И действительно, как было ранее сказано, сильно извилистые дороги тут, и, пожалуй, это самые первые допы в календаре чемпионата по количеству шпилек и поворотов, именуемых стенограмме номером 2. Новый пилот Александр Карташов стартовал на проезд. До этого он принимал участие активно в чемпионатах по турингу, и его опыт может позволить оказаться в пятерке. Выступает он на автомобиле категории WRC от Volkswagen. Вот тут на ваших экранах видно, как тяжело тут приходится справляться с поворотами на сложном рельефе. Станислав Филатов успешно проводит свое ралли. Три раза он показывал четвертый результат на спецучастках, и постепенно он подходит к результату первого дня на четвертой позиции. Евгений Четин на автомобиле Citroen смог показать 2/3 результата в первый день. У него есть шанс оказаться третьим по итогам первого дня. Сергей Глоба – главный претендент на вторую позицию в этом этапе. В этом ему помогут постоянно улучшаемые навыки пилотирования и опыт, а также штраф Зоева за опоздание на старт спецучастков. И, конечно, фаворитом на протяжении, пожалуй, всего чемпионата является Дмитрий Сысоев. Помимо двух побед на двух предыдущих этапах, он также поставил третий результат в таблице рекордов времени проезда спецучастка Дермадера. Вы также лично можете посмотреть его время, выбрав соответствующие пункты на версии 4, и порадоваться за нашего пилота. А с учетом его невероятной скорости, можно практически с уверенностью говорить о том, что выиграет Дмитрий сегодня этап, и едва ли не читая книгу параллельно в одной руке, он сможет это сделать. А вот и перед вами итоги проезда первого дня ралли, который завершился 3-километровым сулом именуемой Потатес. Хочется сказать, что довольно предсказуемыми оказались эти результаты, если, конечно, следить за успехами пилотов. Дмитрий Сысоев навёз по 10 секунд с каждого сулу остальным участникам, а они, в свою очередь, идут существенным отрывом друг от друга. Посмотрим, что может измениться дальше по ходу этого ралли. Ну что ж, вот уже и начнется сейчас второй день ралли Мексики, где пилоты группы WRC стартуют на проезд самого длинного спецучастка. Он именуется Буан-Уятито, и напомню, что 7 километров и 114 метров составляет его длина. Никита Гривцов, который также не вышел на старт в первый день, смог стартовать во второй. Его задача на сегодня – получить опыт в поисках оптимального ритма пилотирования на соревнованиях, а также доехать до финиша ралли и показать свое время проезда. Олег Зуев вышел на старт второго дня, бороться за позицию ему нет смысла, так как 4 секунды, я напомню, от последнего времени проезда не получил в качестве штрафа за опоздание, а вот подготовить себя для проезда финального скоростного СУ имеет смысл. Три первых пилота получают по 3-2 и 1 очко соответственно, а этот спецучасток, с которого начался второй день, прекрасно подходит для того, чтобы найти свой ритм и лучше почувствовать машину. Вот мы видим на ваших экранах автомобиль Дмитрия Скока. Не сильно задался у него второй день ралли, но пока еще есть возможность повлиять на ход событий. И обратите внимание, насколько здесь много крутых поворотов. По аналогии с названием «Ралли Тысяча Озер», который в меру своих особенностей называют «Ралли Тысяча Трамплинов», ралли Мексики можно назвать «Ралли Тысяча Шпилек». Но что делать? Это то, с чем приходится пилотам иметь дело постоянно. И важнее всего, кто быстрее на подобных секциях окажется. А вот и Сергей Глоба на наших экранах, продолжая показывать хорошие результаты, меры своего опыта и техники. И, видимо, со вторым результатом он придет, если не случится ничего серьезного. А вот и Дмитрий Сысоев, который выиграл все без исключения спецучастки в первый день, на первом допе привез аж 25 секунд остальным пилотам в своей категории. На втором спецучастке с 3-секундным преимуществом финишировал, и все идет к тому, что и второй день он закончит на первой позиции. А вот изображение с камеры, закрепленной на автомобиле Дмитрия Сысоева, и вновь мы видим сильно извилистую секцию, а это последний сплит спецучастки Дермадера. Вот мы видим, что в основном первые три передачи здесь используются для прохождения этих поворотов. И скоро уже будет финиш.
Довольно плотно топ-пилоты финишируют и тем самым подводят итоги второго дня. Олег Зуев не смог получить высокую позицию по результатам из-за непривычно большого количества для него допущенных ошибок. Сысоев снова показывает непостижимый результат. И Александр Проташов перемещается с 5 на 4 позицию. И у него появляется довольно хорошая возможность повлиять на свою позицию и в дальнейшем, так как всего в 2 секундах находится от него Евгений Четин. А Сергей Глоба уверенно смотрится вторым по итогу второго дня. Вот и последние 4 спецучастка ралли Мексики, где пилотам предстоит совершить повторный проезд самого длинного топа Хуана Юатито. А Дмитрий Скок не смог там, к сожалению, финишировать и, по всей видимости, на 6-ю позицию он сможет рассчитывать на этом этапе. Никите Гривцову остается лишь продолжать получать опыт в пилотировании на соревнованиях, без попыток навязать борьбу кому-то из пилотов. Но на ближайших этапах с уверенностью можно сказать, что он будет пытаться это делать, и надеемся, что не безуспешно. А Евгений Четин идет в более-менее хорошем для него темпе, и скорее всего с 5-м результатом он сможет закончить 3-й день, но позади у него более высокие результаты, которые смогут вынести его на подиум по завершению ралли. Но опять же, если не случится ничего, что ему могло бы в этом помешать. Сергей Глоба уверенно идет к завершению проезда спецучастков, и вторая позиция на подиуме, можно сказать, у него уже в кармане. Александр Карташов значительно улучшает свою скорость и стабильность пилотирования на спецучастках, что, скорее всего, поможет ему финишировать на 4-й позиции по итогам 3-го дня. Но жаль, конечно, что по итогу всех 3 дней на столь высокую позицию ему рассчитывать не приходится. Мы, конечно, будем следить за его успехом на следующих этапах, но пока посмотрим, что происходит у Олега Зуева. Что-то совсем не на такую ралли он рассчитывал, буквально с самого начала все пошло не по плану, но сильно переживать, конечно, по этому поводу не стоит, а стоит лишь завершить ему до конца все спецучастки и попытаться взять какие-то очки с Power Stage. И вот на ваших экранах снова World-камера с трансляцией проезда скоростного спецучастка Дермавера. И вот хорошо видно, насколько плотно по результатам сплитов идут пилоты. Это неудивительно, ведь все хотят получить бонусные баллы в таблице генеральной классификации. Сейчас уже совсем скоро, через несколько поворотов, будет очередная отсечка времени. Посмотрим, что изменится. Сысоев первый, понятно. И Глоба перемещается с 3-й на 2-ю позицию. Четин с 4-й на 3-ю. Карташов где-то ошибается. Обидно, он же мог, он 4-й. Вот сейчас уже финиш. Финишный сплит. И вот еще могут что-то поделать. Посмотрим. И еще правый поворот. И прямая, и финиш. Первый. И Глоба второго, Карташов третий, он получает один бонусный балл в копилку Чесни, но не удалось ему, к сожалению. Но что делать, это ралли, и каждый кто-то может что-то потерять в борьбе, кто-то что-то завоевать. И на этой, в каком-то смысле, драматичной ноте мы подведем итоги. Вот перед вами итоги по результатам проезда участков 3-го дня ралли Мексики, где Зуеву удалось неплохо выступить, что нельзя сказать о результате прохождения скоростного спецучастка. Что касается очков, которые не без труда завоевали пилоты сейчас на ваших экранах, поздравляем призеров чемпионата и традиционно пожелаем таких же достижений остальным пилотам в следующих этапах. Что ж, до скорой встречи на следующем этапе. Обзор 3-го этапа виртуального чемпионата UFC по классическому ралли подготовило для вас общество Union of Racing Champions. Пока!